Всем здравствуйте! Выбрались с Вороном в лес прокатиться. Там где-то за кустиками козлик ходил. Не знаю, убежал, не убежал. Сейчас выйду, погляжу. Ага. Там-то козлик ходил, а вон еще башка торчит. Нет, смотрит. Ладно, меняем позицию. Коза. Так, вон он, козлик, на солнце плохо видно. Птичка ему вон села. Ну, рожки так себе, но все равно интересно поглядеть бы поближе. Может, попробую, пройду. Подпустит. Коза, он с козленочком маленьким, не знаю, видно, не видно было, мелькнул. В общем, убежала от меня. Теперь козел на ней смотрит. Ладно, не буду тогда подкрадываться, поеду дальше. Ничего там такого особенного нету. Вот тоже козлик. Комары заедают его. Психует. Маленько движется. Сейчас попробую навстречу ему выдвинуться, то что у меня ворон. Вот привязанный прям на краю. А он, похоже, прям к нам и пойдет сейчас. Ладно, сяду куда-нибудь. Слышит, мне кажется, уже. Сейчас точно услышал.
размером такой неплохой, я скажу. Ну, рожки тоже такие относительные. Невысокие. Бегает. Мы дальше поехали. Мы с вороном поехали дальше, да, ворон? Да, ох, и в тенечек спрятался. Был вчера здесь на солнце. Завез маленько соли. Не думал, что поеду. Брал с собой чуть-чуть. Такую вот таблетированную. Подарили мне мешочек. Солонец весь зарос. Но вот есть разные следы пребывания лося. Весь зарос. Все высохло. Ну это я натоптал вчера на коне. Не привязывал его. Так что вот так вот. Вот опять с этим же козликом встретился. Только уже идет от меня. В лес заходит. Ну, километр где-то от того места. Высокая. Ветра вообще нету, вон тишина. Идет и идет. Слева где-то орет. Может там другой какой покрасивее выйдет куда поснимать.